Всем приветики, всем доброе утро, обед, вечер, кому что, кому приятного аппетита, кому всего, желаем всего хорошего. Короче, сегодня очень важный день, сегодня я проснулся снова пораньше, сегодня я занялся делами, а день сегодня знаете какой? День рождения. У Алины сегодня день рождения. Вот. Я уже с утра съездил в Кари. Я вчера дочь выкупил туфельки на ее день рождения. Вот, туфельки оказались большими. Пришлось сегодня ехать их менять. Ездил, менял в другой магазин, в котором был размер. Поменял. Везу сейчас. Помимо этого, я еще заехал на моечку, помыл чуть-чуть машинку. На меня даже поругались, что я слишком долго мою машину. Подошла бабуля, там типа две машины помылась, а ты все одну вымыть не можешь. Я ей говорю, я с любовью мою машину, а не так на тяп-ляп. Она такая, ну вот ты с любовью машину моешь, а мы к тебе с нелюбовью. Я говорю, ну бывает, что. Что тут поделать? Машину я уже не мыл 2 месяца практически. Вот решил наконец-таки выбраться, помыться. Минутка, грубо говоря, удалась, выделилась. Там у меня все сейчас дребезжает. В багажнике куча всего. И самое главное, в багажнике, там вот видите бантик розовый. Он на коробочке, на маленький такой. Вот это будет подарок. Маленький подарок. В кавычках, конечно. Вот. Сейчас я еду за цветочками. Забираю и еду домой. Скоро должны девчонки мои проснуться. Буду поздравлять. Одну из, а завтра вторую. Вот такие дела у нас. День за днем, день рождения. Ах, июль. Ох, как стало дребезжать теперь там упаковочка. А, так, что еще вам сказать? Наталья Семеновна вчера приехала. Мы вчера с ней съездили в Леруа. Взяли коробки, надо будет на дочин день рождения. Куча коробочек, чтобы везти продукты. Чтобы украшения прятать и везти. Чтобы не видела она, чтобы не было это все так явно видно. Вот. Ну, в принципе, все. Сейчас ехаю за цветочками, наверное, так поеду. Думаю, что я буду стоять, тратить лишнее время на светофор, когда постою на 2 или 3 других светофорах. Ладно, поехал я. Уже подзагорел чуть-чуть. Вон как. Красиво. По чулочке, по кепочке. Ладно, давайте. До скорого включения. Ну что, я уже на месте. Уже все забрал. Музыку выключим. Тут уже один приятель просится в кадр. Вот вы видите. Пш, ладно, вот они. 3 штучки. И лежат тут цветочки. Ах, какой пересвет лютый. 1, 2. Вот такая вот красота. Ну, Алина потом покажет получше. Будет покрасивше. Так, а я поехал поздравлять. Ладно. Давайте, пока-пока. У тебя шарики? Всем привет, всем добрый день. Все уже поняли, что за праздник у нас сегодня? Да. Доченька, сегодня какой праздник? Мама. У мамы что сегодня? Чай. Чай.
День рождения у мамочки, спасибо. Папа уже с утра нам такие сяи принес. Авелина прямо бегает. Вот только сяи сегодня у нее, да, на уме? Еще уже 3 дня пытаемся купить туфельки. Вот наконец-то выбрали такие. Меняем размер, то ширина не та, то еще что-то. В общем, Коля уже 2 раза съездил сегодня. Вчера неизвестно сколько. И до этого мы ездили сколько дней, я не знаю, там... Искали, я вчера бегала. Короче, на каком-то моменте перестала уже снимать вам подготовку, потому что просто не хватает рук и времени. Вот физически не хватает взять камеру, потому что едешь куда-то, пробка, жарко, не до этого. Потом прибегаешь в один магазин, бегом в другой. В общем, наконец-то сегодня настал первый наш день рождения. Кто не знает, завтра еще у Авелины, а сегодня у меня. Вот, так что сейчас мы позавтракали все. Сейчас будем собираться, сейчас буду немножко подкрашиваться, одеваться, и пойдем мы сейчас в ресторан. Мы сегодня гостей не звали, вот опять же по той причине, что вечером подготовка к дню рождения дочи продолжится. Нужно будет немножко там по еде подготовиться, и мне нужно будет вовремя вернуться, Авелине сварить обед, положить ее спать. И, в общем, вот просто нет времени сегодня даже на гостей. Сейчас вот сходим, пообедаем просто вместе, посидим и быстренько вернемся. Да, у нас рядом есть ресторанчик, мы сейчас туда пойдем, посидим, немножко так отметим, по-скромненькому и вернемся. Хе-хе-юшки, снова всем привет. Я уже подарил цветочки, подарил подарки, ну как подарки, шарики. Вот мои подарки пока что. С основным подарком я катаюсь. Так, туфельки, вот дочь то, что брал, большеваты. Везу их менять на размер поменьше. Ой, хорошо-то как на уличке сегодня, особенно в чистой машине, замечательно просто ездить. Стекла, зеркала чистые, все видно, прозрачность прям на уровне, когда грязные, все время едешь, щуришься, солнце через эти капельки, через грязь всю, лучики так проникают тебе в глаза неприятно, вот, надо машину мыть почаще. Ну и нюансы, конечно, появляются при мойке, когда машина грязная, на ней косяков не видишь. Помыл я и нашел косяков еще кучку. Надо будет красить, получается, бампер задний. Надо будет красить накладку заднего обвеса. По-хорошему надо красить капот и крылья передние. Вот когда только это все делать? Вопрос. Когда-нибудь, наверное, да получится. Сейчас основное это... Остались только материалы, нужно покупать сейчас материалы. А материалы сейчас стоят конских денег. Краска стоит тоже нормально. Так ничего, как у меня там золотом отливает багажник. Какова красота-то, упаковочная. Вот. Ладно, поехал я. Тут еще музыка у меня фоном, наверное, там сейчас авторские права какие-нибудь всплывут. Это что за красоту ты сейчас будешь одевать? Белая, сделали красивая. С мамой ей прическу. В общем, быстро как могли, как дала, называется. Одевайся, доча. Баба уже готова, зелененькая. Бусики тебе нравятся, Велися да? Белая. Баба! Все, мы вышли. Пойдем пешочком сейчас здесь у нас, да. Моя. Ресторанчик. Мне сказали не смотреть в машину. Не смотрим, доча, проходим мимо. Доченька, ты взяла с собой ежика? Большие? Этому плохо. Не в магазин. Да, рыбки. Пойдем. Мы уже почти подошли. Пришли в торговый центр. Сейчас будем заходить в ресторанчик. Да, да. Давайте, ага. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо большое. Мама,
сидим, выбираем блюдо. В общем, я буду вот такой вот крем-суп с вешенками. Прям сытая, не хочу ничего. И еще будем, наверное, какую-нибудь пиццу. Нет. Мама будет шашлык, а Коля будет пасту, да? Вроде бы как. Я беру. Сейчас повыбираем. Пока готовится наш заказ, мы пошли Эвелине что-нибудь показать, попоказывать. Большой Бу ей понравился, телевизор. О, Жоча, давай посмотрим кино. Конечно, нет. Какой твой кинорост? Сейчас измерим тебя, красавица. 90 с чем-то, ты почти как Соник. Сфотографировались, да, возле Барби. Моя маленькая Барби. Есть такое вот, такая фотозона. Пока наш там заказ готовится, мы тут гуляем, смотрим, да, все? Что тут интересного есть, да, доча? Еще Бу посмотрим? Все интересно, скажи. Ей телевизор большой понравился. Вот этот вот большой. У вас волосами с такими же она была. Заплетенные вот эти песнички, да? Я написала на ее. Гордость. Нам принесли блюдо. Это мой грибной суп. Это наш чай цитрусовый. Колина паста, зелененькая, мамин салатик. И сейчас еще у нас будет шашлык, мясо и пицца. Да, красотка, садись. Нам пришла пицца и шашлык. Красивая подача, мне нравится. Все, мы сидим, кушаем. Ну что, все, мы уже выходим. Сейчас пойдем заберем тортик. Мы уже пришли домой, бабушку отправили до магазина, кое-что надо будет докупить из продуктов, и пока варим доченьке кушать, сейчас покормим и будем отправляться на дневной сон. Эвелина качается со своими шариками, ну, то есть моими, то есть своими. Ёж. Прическа у нас, конечно, сегодня бантиковая, да, с тобой? Да. Ты одела еще платье белое красивое. Баба подарила нам это платье. На мой день рождения, думаю, вот одену его. Белое новое платье у нас. Еще белые колготки. Ну, по-моему, вот там, где стопы, уже они не белые у тебя. Ну, уже все. Вопрос с туфлями не решен. Потому что туфли, которые сегодня... Мы померили уже двое туфлей, которые Коля привез, это 23 и 22, они нам не подошли. 23 широкие и большие, 23 нам маленькие, но они не узкие, не широкие, хорошо. Но при этом Коля все уже увез, зашли сейчас еще походу здесь в китайский наш магазин, уже думаем любые просто, чтобы подошли. Ничего нету, на нас вообще все маленькое и большое. Сказать, что мы дотянули, не скажу, потому что не нуждались в туфлях, а тут как-то... Очнулись, что день рождения, и надежда была на кеды, которые мы покупали прошлым летом, они бы подошли, вероятно, нам, но они нам маленькие стали, а мы почему-то думали, что они нам как раз. И вот, носимся теперь. У нас до завтра время, скорее всего, с одним бантиком еще Коля возьмет. Я думаю, надо будет еще какие-то несколько пар купить, остальные просто потом сдать, какие-то все равно подойдут. Сейчас Эвелину уложу, Коля поедет, и я думаю, что несколько пар просто наберем и будем мерить до завтра. А что делать? А потом после дня рождения уже возвращать эти коробочки, которые не подойдут. Вот такие у нас дела. Спасибо за поздравления. Получаю поздравления сегодня. Вообще так приятно. Мама с Колей меня сейчас поздравили. На самом деле рада, что никого не позвала сегодня, потому что была бы такая суматоха. Мы очень быстро вернулись домой, и времени вообще нет. А перед гостями было бы, думаю, неудобно, если бы мы торопились как-то все быстро там, ну... Все как надо, все так и есть, я думаю. У нас там идет Коля, несет мне подарок с машины, представляете? Сказал, стой, жди. Стою, жду. Кстати, сегодня делала вот эти сережки. 200 лет их не носила, давно-давно покупала. Думаю, ладно, лето, день рождения, надо одеть. А тут что они лежат? Мамочка, ты меня испугал! Коля, ты что, с ума сошел? Вот вам маленький подарочек. Ребята, ну мне опять, вот я просто, я не понимаю, ну что здесь, ну это уже ужас, я боюсь уже. Коля, ты меня под каждый день рождения пугаешь, я боюсь, что, и опять такая же упаковка золотистая.
Там было не золотистое, там было красное. Так, сварили овелишки звездочки с курочкой, да? Будем кушать. Сделай ей такой бульончик, чтобы не совсем сухие были макароны. Кушаем мы, да? Еще раз вам покажу наш букетик. Мы поспали, проснулись. Смотрите, что у меня на ушках добавилось. А, ты их туда закрыла, да? Вот она, какая красота. Еще один подарочек от Коли. Я вам еще по поводу того потом нажалуюсь, в хорошем смысле. Такая вот коробочка. И здесь были еще одни сережки. Сейчас сниму, покажу вам. Они у меня на ушах. Прямо как я люблю. Нашел вот прям копия, как я ношу, люблю. Вы знаете, они под все подходят. Вот такие вот. Я обожаю такую модель. Она под любую одежду, под любой повод. Вот на ежедневную носку они подходят. Такие классические. Прям вообще, я очень рада. Еще и маленькие, и побольше. Вот застегну. Хотела сегодня ногти накрасить, но я ничего не успеваю. Попробую, может, вечером сейчас накрасить. У меня тут есть две нянечки дома. Вот, все. Ну, а по поводу вот этого подарка я, конечно, была в шоке. Мама тут зашла такая, говорит, это что такое? С магазина приходит, говорит, это вообще что? Мама в новом халатике сидит. Приготовила кушать все, что я попросила. Дочь качается, сидит. Папа нам привез наконец-то туфли, которые нам подошли. Поздравьте нас, нашли. Горе родители за день до дня рождения нашли туфли. Вот. Сколько мы их искали? Посмотрите на его вид. Сколько мы их искали? Сколько ты объездил? Весь город объездил, папа, в поисках туфлей. 14301 шагов за сегодня покажу. Сегодня на 1000 побольше, чем вчера. Тебе нравится? Сколько километров я проехал. Классный. А машина сколько, да, проехала? Как вы уже поняли, это компактная посудомоечная машина. Это вот муж, которому жалко свою жену, которая часами стоит возле раковины, что-то там напевает. И сам мыть не хочет. И сам мыть не хочет. Вот она, наверное, истинная причина. Купил мне посудомойку. Я, конечно, еще ничего не поняла. Я все хожу на нее, смотрю, знаете, как на гостью в квартире. Когда, наверное, поставит он ее, когда я сама запущу ее первый, второй, третий раз, наверное, я тогда пойму, что это моя посудомойка, моя первая в жизни посудомоечная машина. Я пока в шоке. Но мы с Колей давно разговаривали, чтобы она была вот какая-то такая вот небольшая. На 6 персон здесь она рассчитана. Ну, теперь надо будет таблеточки покупать. Да. Трубки вот сюда. Так что пишите, какие таблетки теперь покупать хорошие, сюда. Безопасные для здоровья. А я читал, даже кто-то писал в комментариях, как раз в отзывах к этой машине. Типа, не покупайте, типа вас разводят на деньги вот эти таблетки и прочую фигню. Да. Покупайте типа этот, кислородный, этот какой-то там есть. А, ну, который сейчас рекламируют. Да, кислородный. Соль, по обычную поваренную, не йодированную, крупную, и что-то еще там. Надо, короче, прочитать еще комментарии. Типа, используя только первую программу для работы. Шланчик есть. Кран надо купить будет. Страничка, чтобы ее подключить. Мечталась. Да. Так что такая вот беленькая. Посудомойка. Она у нас, кстати, влезет под мойку. Мама, в шкаф. Да. Коля все замерил. И говорят, пользоваться только стоит первой программой. Она как раз хорошо все отмывает. Ну что, пришло время моей свечки, моего желания. Как я и говорила, взяли мы пироженки, такие вот муравейник. Ну, торт уже будет, конечно, не сегодня. Не буду рассказывать, меня слушают внимательно. Я прямо слышу, как она слушает меня. Поэтому не буду тайны выдавать, ребенок все понимает. Вот, все, буду загадывать свое желание. Хотела вам показать еще пижаму, которую мне мама подарила. Вот такую вот презентовали мне в первой половине дня. У меня как раз закончилась моя пижама, можно сказать, особенно шорты, это просто вообще конец. Да, и вот у меня такие, я сразу провела ассоциацию с новогодней фотосессией, когда такие вот проводят в таких пижамах красно-белых, красно-бело-серых. Вот, так что такая вот у меня пижамка теперь будет.
Ну что, подведем небольшие итоги дня. Мы сейчас с мамой готовились полностью к завтрашнему дню. Завтра у нас день рождения Велины. Мы завтра поедем в то помещение, которое мы снимали, о котором мы договаривались. И все в силе, все хорошо. Единственное, что завтра будем там оформляться. Нам нужно будет немножко нарядить там, все поставить, даже не немножко. Коля завтра поедет все это делать пораньше. А потом приедет за нами, и уже мы поедем праздновать. Придут завтра две мои подруги. Одна крестная будет Эвелинина, а вторая будет Марина, которая была у меня в подругах невесты на свадьбе. Вот, возможно, крестная наша будет не одна. Посмотрим завтра, может быть, она приедет не одна. Вот, ну, в общем, завтра будет все уже точнее видно и ясно. Сейчас мы подготовили еду, мы выберем закуски горячие, берем такие тарталетки с наполнением. В общем, завтра постараюсь все показать. Завтра, конечно, буду стараться держать камеру рядом, но уж как получится. Вот, сейчас все приготовила. Утром надо будет мне еще испечь такие пиццы маленькие. Я купила в Марлине готовые пиццеты и волованы с наполнением, с курицей, грибами и с кальмаром. И мне нужно будет завтра это все испечь. Так что я подготовила сейчас вот противень, покажу вам. Подготовила противень с антипригарным ковриком, расстелила, чтобы завтра просто сюда разложить. Здесь у нас готовы тефтели, мама уже мне помогла, все сделала. Тефтельки приготовила, это на горячее будет. И еще у нас будет картошечка, пюре. Вот, еще сделали салат, сделали закуску там с помидорками. И вот будет еще стряпня, торт мы забрали сегодня, все сделали, как обещали. Кстати, папа, пойдем, я тебе покажу. Смотри. Сейчас я вам покажу. Коля, не видел? А я видела. Да, я завтра был, увидел. Вот так, красота. Покажу тебе. Угу. Красота. Да. Никто сейчас не видел, и вы не видели пока что. Да, завтра еще нужно будет помыть виноградик, сыр у нас будет, пармезан к вину, вино взять, кстати, надо выставить вино, морс, мы взяли воду, ну, в общем, напитки, вот, так что, такой вот день, всем спасибо за поздравления, была очень рада все почитать, мне безумно приятно, Коля меня вообще, конечно, порадовал подарком, я вообще просто в таком подарочек. Мама тоже мне, как всегда, обрадовала. Спасибо вам вообще огромное за этот день. Мы с вами на сегодня прощаемся. Я пошла купать доченьку, укладывать ее спать. Днем один день. Спасибо. Завтра будешь рожать. Ой, завтра буду рожать. Днем буду рожать. Я родила днем. Вот, так что всем спасибо. Зато быстро. Да, привез и полчаса и все. Не то, что как некоторые там по... Ну, это как повезет. 12 часов по сутку. Это кому как повезет. Меня мама рожала в 20 часов, например. Я родила быстро. Слава Богу. Спасибо Богородице. Спасибо Господу. Все, всем спасибо и вам. Пока-пока.